Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, дорогие друзья, всем снова привет, с вами снова я, Жавка, вы на моем канале, и это новенький выпуск видосик, в общем, ребята, сегодня будет кое-что очень-очень просто. Короче, все будет по красоте. Будем открывать вот эти вот, видите, купоны наверху надо мной. Вот эти вот купоны будем открывать на 10 тысяч алмазов, на десятку. И посмотрим, сколько мы выявим. Я надеюсь, что дохерища. Вот, но прежде чем начинать, ребята, у меня сегодня в этом ролике опять же будет конкурс. В следующем ролике, скорее всего, он будет сегодня, где я буду открывать эти 9999 алмазов, ну, рулетка вот эта. Я в нем подведу итоги с подарками за все ролики. Там, по-моему, 4 ролика уже накопилось. Нужно подвести итоги и раздарить подарки. Поэтому, ребята, ожидайте. Ну и, собственно, смотрите видос до конца. И, собственно, получайте призы от меня. Вот, и все. В принципе, все условия. Вот. Собственно, погнали, ребят. Так, а почему у меня вебка сразу же выключилась? Алло. Так, погнали. Так, заходим сразу же в магазин. Магазин и лутбоксы. Лутбокс купонов. Можно увидеть по 10, по 10, по 10, по 5, по 5 и по одному. В принципе, он стоит 40 алмазов. В принципе, мы ничего не теряем. Единственная проблема, это то, что выбиваются еще инкубаторские купоны. Вот тут как раз таки мы теряем. Там, по-моему, прокрут стоит очень дешево, поэтому выбить один такой купон, это будет, ну, такое себе. Поэтому, ребят, будем крутить, будем стараться. Мне 15143, нужно оставить где-то 5-6 тысяч алмазов, и тогда будет окей, чтобы, ну, собственно, вам подарить призы. Вот, тогда погнали крутить сразу же десяточку, сразу же максимально. Открываем. Падает 2, 1, 3, 5, 1, 2, 2, 1, 2. Ну, такое себе. Тут можно еще купить дополнительно 5 купонов. Окей, берем. И опять открываем по максимуму. Так. Один. Ну, пока что, в принципе, ничего такого не падает. Но мы минус пока что все равно уходим, потому что инкубаторских много падает. 5. Уже неплохо. Хм. Бро, ты спрашиваешь, откуда столько денег-то прокачки аккаунта? И тебе не везет, с прокачкой аккаунта тебя не берут. Но выбор есть всегда, есть такая компания, как 1x. Ведь там самые большие выигрыши, большие коэффициенты. Это самый большой и надежный и качественный букмекер. Ребят, только по моему промокоду вы сможете получить при первом депозите до 6500 рублей по ссылке в описании. Приходите туда и, в общем, выигрывайте, и будет у вас прокачанный аккаунт. Запомни это. Стоит ли крутить, ребят? Смотрите. 3, 1, 2, 1 и 1 такой. Я думаю, нужно сделать будет прокачку аккаунта. И специально сделать прокачку через эти лутбоксы. Сколько выбьем, столько и будет всего. Будет неплохо, я думаю. Окей, давайте еще раз максимум. Так. 3, 2, 5, 10, 10, вы видели там 10, но это всего лишь инкубаторские. Пока что десятки все равно не падало, это такое себе, то есть не падали ни эти, вот это только десятка упала и все. Давайте пятерку откроем. Пятерочка, 5, 2, 2, 3, 1. Ну, ребят, ну это выгодно. Один, вот если один лутбокс мы открываем, то мы убиваем вот этот, ушли в минус. Окей, открываем один, все, ушли в плюс сразу же. И отбили и старый, и сейчас отбили новый. Все. То есть, ребят, это выгодно. Это реально выгодно. Это стоит крутить. Ну, вот надежда. 10, все, купонов 10. Ну, ребят, ну вы сами видите. То есть я потратил 400. И в итоге добил еще больше, чем нужно. Однозначно, это самый, наверное, крутой лутбокс, который только вот они выпускали. Потому что шанс дропа здесь, ну, как вы сами видите, даже на моем аккаунте, ну, очень высокий. Мы убиваем то по 1, по 2, по 2, по 3, 5 убиваем, сейчас 10 выбили. То есть, реально, мы тут потратили сколько? 3000, грубо говоря, и уже наубивали вот столько. Ну, не знаю, ребят, решать вам, но я думаю, это стоит крутить. Давайте до конца посмотрим, сколько нам выпадет по десяткам. По десятке не выпало, не выпало. Давайте еще раз крутанем. А, 2, 2, 2, 2. Ну, ребят, вы сами видите, вот, все видно. Мы увеличиваем эти купоны. Конечно, есть одна проблема, что
вы не знаете, какой купон выпадет. Это вот, да, большой косяк, ну, нельзя это узнать. Но все равно это довольно-таки прикольно, то, что если вам, в принципе, все нужно, вы задонатили там впервые, там, не знаю, 2000 алмазов, и хотите открыть там алмазный джекпот, там, я не знаю, оружейный, то стоит потратиться на это. Шанс дропа, конечно, очень высокий. 2, 2, 1, ну вот 5, 5 выпало, нормально. Нормально же. Давайте пятерочку опять откроем. С пятерочки что у нас пойдет? Вот сейчас мы, по идее, должны были уйти в минус. Ну, либо наравне, потому что купоны вот эти вот стоят дешевле. Хорошо, давайте еще десяточку. Еще осталось у нас 5000. В принципе, неплохо. Нам еще десяточка упадет, интересно. Не, походу десяточка у нас не упадет больше. Так, 3. Не, я вот однозначно говорю, ребят. То есть выбивается здесь очень хорошо с этих купонов. Это прям 100%, ребят. Это прям, я не знаю, я прям ручаюсь за это, что здесь падает отлично. Кстати, можно проверить, что оно падает в футбоксах. А, не показывает. Так, десяточка. Ну давай десяточку выбьем. Если еще мы раз десяточку убиваем, то это вот будет вообще тогда топчик. Ладно, давайте вот один. С одного мы сразу убили два. С двух мы выбьем три. Ну, ребят, я не знаю, я вот прям... Твич 4. С четырех два таких, ну, уже плюс. Уже плюс все равно отошли. Вот опять пятерочку откроем. Пять. Все, мы уже в плюсе. Пять. 5-5, все, мы уже в плюсе, плюсе на сколько? Один оружейный, два оружейных и 4 еще прокрутый инкубатор, все. Просто изи. Десяточка. 2, 2, 3, 2, 1, еще тут 2. Ну, тут просто больше нечего сказать, я просто показываю вам, сколько можно набить. Сейчас еще пойдем посмотрим в самих этих джекпотах, сколько мы в итоге набили. У нас осталось тут немножко, давайте еще чуть-чуть покрутим. С пятерочки. 2, 3, 5, все, мы в плюсе, потому что еще оружейный купон есть и еще 2 инкубаторских. Хорошо, может быть десяточка еще выпадет? Если десяточка еще выпадет, то это будет вообще прекрасно. Давайте вот десяточку открываю. С десятки у нас падает 5, ну такое. Давайте еще десяточку. Ну-ка. 2, 2, 1, 2, 2, 3. Давайте вот все, последняя десяточка. Ну-ка. 2, 2, 2, 2. Ну, понимаете, да? 2, 2, 2. Охренеть, просто охренеть. Давайте пятерочку еще откроем. Сколько у нас? 5, 800? Ну, вот чуть-чуть осталось как раз-таки. Пооткрывать еще 3 штуки. С 3. 2, 2, 2. 2 и 1 открыть. 3. Вообще 3 упало. Не, ну, ребят, еще вот покупаем. Давайте еще десяточек. Отправляем эту коллекцию, чтобы коллекция оставалась. И идем с вами в джекпот. Сколько у меня в джекпоте? Оружейных 145. 145. У меня где-то было, если честно, там, я не знаю, 10 или 20. Пускай будет 120. 125 мы набили. Хорошо. Так, слава богу, эти купоны не упадали. Здесь у нас 158, значит, пускай будет 138, даже пускай будет 130. Инкубатор, самое главное. 171 инкубатор. Ну, это, ребят, все. То есть, это самый выгодный лутбок. То есть, этот лутбокс стоит брать. Если вы задонатили, ребят, впервые... Вот, даже не то, что впервые, и хотите потратить разумно свои алмазы, там, 1000, либо 2 алмазов, тратьте на эти лутбоксы, серьезно. Потому что выбить с них можно, и это все пойдет на прокруты, и это выгоднее. Ну, мне так кажется. Надеюсь, вам будет вести, потому что, ну, мне лично тут повезло. Хотя мой аккаунт, ребят, ну, как вы знаете, такой себе. Вот, ребят, надеюсь, вам понравился этот видосик. С вами был я, Жабка. Подписывайтесь, ставьте лайки и, собственно, всем спасибо, всем удачи и всем пока. Знаете, что будет самое лучшее, ребят. Всем удачи, всем пока. Пока, ребят.